Меня побили. Мне очень плохо. Такое чувство, что я сейчас умру. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Вы не поверите, это Рикардо Лунтик X. Уже третья серия получается по этой игре. Так как давно выходила, ссылка на прошлую серию, да, она прямо сейчас в подсказках. Напоминаю, там начался финальный бой с Лунтиком X. Я вылетел за стенку, потому что разработчик этой замечательной игры не поставил невидимую стену там на краях, и игра у меня зависла, можно сказать. Я на это все в сердцах плюнул, про себя матернулся 350 способами и игру закрыл. А сейчас я, прошло какое-то время, и я решил снова разобраться с этим сраным карликом-алкоголиком. Давайте попробуем, чё. Кто ты и что ты хочешь сделать с нами? Я экзектор, или просто зови меня Лунтик Экзи. Я хочу просто-напросто всех убить и жить в этом мире ночнее. Я так и не понял, почему я хочу всех убить и почему. Я же становлюсь сильнее, ха-ха-ха. Скромные такие потребности у парня. Ах ты же какашка, тебя надо убить. Блин, какие потрясающие. А, это еще не сейчас, подождите. Я-то думал, если честно, что мы уже сейчас начнем вот этот Наруто файт. Финальный. Я, видимо, немного ошибся. Видимо, да, нам предстоит еще в начале, совсем я забыл, покидаться вот этими патронами в стиле уринотерапии, да. Уринотерапия стайл. Лунтик замечательно просто понасывал себе патронтаж. Он, знаете, он, я так понимаю, поиграл в этот, наверное, в Death Stranding. Там, насколько я знаю, тоже Норман Ридус там писит, какает и получает... Что ты хочешь сделать с нами? Боеприпасы. Да я его задел и все, я проиграл, что ли? Блин, да серьезно, опять что ли? Да заткнись свои хлеборезки. Давай уже драться, блин. Да блин, ладно, еще раз. Еще раз, я готов, я справлюсь с этим дерьмом, наверное. Давай, понеслась, все, я вообще туда не подхожу, вот, я стою здесь вот с этим своим замечательным выражением лица. Я даже не двигаюсь, я просто стреляю. Я так понимаю, что кулачки не сильно опасны. Кулачки вот нас задевают, ничего не происходит, пожалуйста. А вот к нему лучше не прикасаться. Он, понимаете, он своими Рикардо Милосовскими мускулами может очень-очень серьезного урона нам задать, да? Так, давай. Ой, хорошо, сейчас как пролетел-то прям по нему, да? Вот прям тебе уриночкой в хлебалочку уриночкой, айда, Рикардо Милунтикович. Куда он пропал, блин? Нет, собака, блин. Как же меня бесит эта игра, ребята. Просто невозможно. Я опять прохожу ее с самого начала. Угу, конечно. Как же иначе? А что вы думали? А куда деваться? Сейчас вот это тоже по новой. Все, конечно, ну конечно, как же иначе, Все это, я же этого ни разу не видел, правильно? Мне освежить в памяти будет полезно, наверное. Для общего развития. Ха-ха-ха-ха, пидрил ты в повязке. Я вообще не двигаюсь. Вот вообще не двигаюсь. Пошло оно все нахрен. Просто буду стоять, получать кулаком по морде. Мне насрать. Это и то не так рискованно, как куда-нибудь там умер, убежать. Я же снес тебе очень много здоровья. А я бессмертный. Ты бессмертный, значит, бессмертный. Великолепного смеха. ХМ. Ну да, отрезанные друзья напополам, это прекрасно. Ам-ням. ХМ. А я решил, что мои друзья важнее, чем ты, и я ко всему этому смотрел 5 сезонов Наруто, и я знаю все. Сейчас начнется! Таби пизда тика из града. Так, надо как-то попытаться сейчас нормально это адекватно пройти, никуда там не улететь. Так, давай мы вот очень быстро мы прыгать не будем. Z, чтобы... Так, подождите. Нажми Z, чтобы Розенган, да? Ну вот, давай, Розенган. Ага, я ему врезал, кстати, только что.
А, ну то есть, смотрите, я бегаю туда-сюда, как бы уклоняюсь вот от вот этого, вот от всего, что происходит, вот этого уклоняюсь, от этих рож. Потом вот так подпрыгиваю и бью. И главное никуда далеко не бегать. Главное далеко... Не, да, слышь, Наруто Лунтикович, лунтиковская Нарутка ты. Ты давай сильно там не разгоняйся, а то ты как что-то особо активно ножонками своими семенишь. Давай аккуратно. Вот, хорошо, удар нанесли. Так, я так понимаю, это будет уже финальный босс, да? И уже больше уже ничего не будет, а? Уже ничего больше не будет, а? Уже хватит, может быть. Я уже так намучился с этой игрой. Вот я не знаю, сколько сейчас идет вот эта серия, но запись идет уже практически 20 минут, ребята. Потому что попробуй, блин, все это перепройди. Сохранений никаких нет, ничего нет, и как бы это сложно. Ну, со здоровьем у меня хорошо, у него нехорошо, и это прекрасно, да. Ой, господи, там он это, попрыгунчиковские головы Лунтика оторванные кидает. Давай, бей его, чё ты, всё, Розенга. Нет, пол. Меня побили, мне очень плохо. Такое чувство, что я сейчас умру. Надеюсь, что нет. Ай, ладно, надеюсь, пойду отсюда. Какие-то вы невеселые. Ну и пиздец, только пешком. И КСТА. Хватит захватывать чужие тела, пожалуйста. Ох, ё-моё, я проснулся, что случилось? Ох, Лунтик, ты почему только сейчас появился? И куда пропал тот распиздяй? Он ушел, это один. А два, где Кузя? Бля, точно Кузя, как ему помочь? Позовем помощь фф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 
некоторые грустнули клавиатуры головой. Ваша мягкий знак FF, приди, пожалуйста. Я пришел, что вам надо. Плечик зя, пожалуйста. Вэх. Все, я полечил, он здоров. Спасибо. И что теперь? Предлагаю просто начать стоять под эпичную музыку. Хорошая если медицина. Если что, эпичную в кавычках. Очень, ребята, у вас там неплохая медицина, однако, надо отметить, в этой вашей лунь-каляндии. Так, опять идет эта музыка. Это ж... Так это ж тот самый саундтрек, я его уже напевал. Я его в Балтии, в модификации он был. Ну, можно еще на бис. О, он там чокопай съел. Вот гад. Что еще можно написать? Я сегодня съел чокопай, написано. Так я тоже хочу теперь, блин. Надо будет сгонять, наверное, что-нибудь сладенького купить в магазин. Подними глаза, смотри, в какой небесах. Может, to be continued. Я реально не знаю, что писать. До встречи во второй главе. Ап-хап-хап-хап-хап-ха. Это вообще эта музыка меня преследует, да? То есть во всех играх она теперь будет или что? Реально, только недавно вот Балди проходили, только недавно там модификация была с Майнкрафтом связанная, там эта песня играл. И везде ее надо будет глушить, да? Ну, я уже привык. Вот в этой игре я привык глушить музыку. А ты уже снял обзор на игру, еще вопрос? О, крутой человек, Декарт, блин, я только сейчас заметил. Я крутой человек, спасибо. Я думаю, что да, я крутой человек, я это выдержал, автор. Я выдержал вот эти перепрохождения многократные, вылеты за экран и так далее. Игру делал более 3 дней, неожиданно, правда? Ну, кстати, на самом деле я вижу, что тут много работы было сделано, между прочим. Я бы такую игру дольше гораздо делал, то есть тут... Так, все, игра закончилась. А, так это та самая песня есть, она вот в главном меню-то играет. Точно! А я сейчас, когда игру-то вот по новой перепроходил, я сразу пропускал, я даже не слушал первые ноты. Я сразу нажимал тап, и вообще... Вот, да. А я еще когда тогда в Балди играл, я думал, где я это слышал? Вот здесь, по-видимому, да? Так, ну ладно. Ладно, я больше не буду, все, нет, хватит издеваться над людьми, я считаю. Этим моим пением можно пытать там за стенках какого-нибудь Бухенвальда. Давайте мы на этом закончим. Больше ничего тут нету, да? Да, тут все, тут начинается главный экран. Давайте на этом закончим.
И, в общем, да, мы это уже знаем. Мы уже знаем эту великолепную историю, это прекрасное вступление. Давайте завершать. Если понравилось, в общем, это видео, если понравилась эта безумная модификация, наверное, самое безумное в плане вот этих вот долбанных и невидимых стен, которых ни хрена нет, которые бы очень не помешали. Вот я сейчас, вот сейчас она есть, понимаете? Вот в самом начале игры, конечно, автор, она есть. А ближе к концу, когда тебе надо перепроходить сраных 20 минут, ее нельзя было поставить. И нельзя никак вот прям поставить было, да? Сейчас можно, а там нельзя, охренеть. Короче, если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.